Мир всем! Сегодня я пасу коров. Сегодня у меня день такого плотного общения с природой, когда ты наедине, в полном созерцании. Никаких посторонних звуков, только пение. О, еще один пришел. Бычок. Значит, только пение птиц, жужжание комариков и ветер. Я сегодня хотел поговорить об одной очень интересной теме, которой сегодня пропитан весь мир, все СМИ, весь интернет и так далее. Значит, начнем с того, что как бы а цель ролика — это, наверное, паникерство и трусость. Вот. Чем сегодня мир пропитан? Что вокруг нас шумит? Значит, коронавирус, который, полгода назад, наверное, начался, все страны мира, ВОЗ объявила это как пандемию, значит, все позакрывались, появились списки, постоянно зараженные, там кто-то эту статистику делает, там кто ее делает, непонятно, так оно, не так, то есть доверия никакого нету вообще. Вот. Потом, естественно, якобы сейчас уже по прошествию некоторого времени, узнается, говорят, что да вот это просто эксперимент, понятное дело, что эксперимент. Вот, и что в связи с этим хотелось бы поговорить. На фоне этого появились люди, которые, раздувают панику, раздувают какую-то трусость, и, между прочим, такие люди даже среди верующих. Вот что это больше всего-то и пугает. Ладно, какие-то неверующие там. Давайте мы не будем углубляться далеко в политику, что это там... понятно, что это человеческих рук сделанный вирус, там, синтетический. И понятно, что есть смерти, есть заболевшие, даже среди моих знакомых есть заболевшие, слава богу, выздоровевшие. Вот. То есть это все есть. Вот. Но настолько все это преподнесли, настолько все это раздули, то есть это специально сделали для того, чтобы... промыть мозги людей. Если человек ничем не занят, он не молится, в том числе, запугать людей, что как раз у них очень прекрасно получилось, запугать людей. И когда человек напуганный, он не может адекватно мыслить, он не может рационально принимать решения. Вот. Поговорим о тех людях, которые как раз вот разносят вот такую, так скажем, заразу, как заразная муха. А все, там конец света, там мы перешли черту. Какую мы перешли черту? Мы перешли черту, что вот сейчас вот все, антихрист придет. Давайте разберемся по порядку. Мы верующие люди. У нас есть Библия, у нас есть откровение Иоанна Богослова. Мы знаем, сам Христос сказал, что приход Сына Человеческого, второй приход, должен быть обязательно. Но Христос сказал, что никто не знает, ни ангелы не знают, когда Он придет. То есть вот давайте, вот такая вот прямая. И мы знаем, что вот здесь вот, или где-то здесь вот приход Христа. Перед ним мы знаем тоже, согласно Библии, что будет приход Антихриста. 3,5 года будет его царство. А вот они мы. Если Христос сказал, что никто не знает, когда он придет, так вопрос, где, на каком расстоянии мы? Вот на таком, кто может сказать? Никто не может сказать. Сегодня... трусливые паникеры говорят, что вот мы где-то вот уже здесь. Да с чего вы взяли? Хоть чем-то докажите. То, что новые технологии, то, что раньше ездили на паровозах, а сейчас на самолетах летают. Прогресс, он идет прогресс. Да, и между прочим, очень сильно скачок такой произошел. 80-е годы там не могли помыслить о сотовых телефонах. Да, у нас сейчас у всех сотовые телефоны, есть искусственный интеллект. Но это еще не конец, Христос сказал, это еще не конец, этому всему надлежит быть. Будут войны, узнаете о военных слухах, но это еще не конец. И получается, что заместо того, чтобы любому христианину быть, не труситься, а быть готовым, быть всегда собранным к пришествию Христа, быть готовым не бояться от чего умереть, от коронавируса или еще чего-то, а быть готовым умереть. Если ты христианин, ты знаешь, что эта жизнь временная здесь, и мы все стремимся в Царство Небесное,
Так не все ли равно, как ты умрешь? Ведь важно, конечно, важно, чтобы желательно бы ты бы своей смертью еще бы кого-то увлек к Богу. То есть как бы последняя твоя проповедь здесь, еще бы кого-то бы подтянул бы. Это было бы вообще здорово. И чтобы ты был, конечно, готов. Чтобы это было вроде как, ну, не случайно, не внезапно, а чтобы было бы время еще бы покаяться, потому что мы люди грешные, каждую секунду грешим. Вот. И поэтому вот такие разговоры, что вот сегодня, завтра, знаю такого человека, который еще давно, люди говорят, давно еще говорил, что вот там антихрист, все там, там 95-й год, все, точно наступит антихрист, все, уже там уже ничего не будет. Пришел 95-й, ничего нету, 99-й. 1999, переворачиваешь 666 стрелка вниз, все, уж точно антихрист придет. Не пришел. 2000 год, все, это как черта, передел, раздел, все. Сегодня эти люди говорят, все, мы перешли черту. Какую перешли черту? Почему именно сейчас? А то, что была революция, например, ну, например, просто чисто теоретически, не черта, да ну, как бы, ну, ничего такого, ладно. Не особо похоже на черту. А то, что люди создали интернет, вот это ли не черта? Бесовское создание, 100% бесовское создание. Другой вопрос, что у Бога-то, Бог-то знает, как сделать так, чтобы даже через бесовское создание привлечь своих людей избранных. Естественно, в интернете появляются православные сайты, проповедники, священники, которые проповедуют. Здорово, здорово. То есть бес, у беса планы там, ох, сейчас интернет, сейчас я всех подсажу, все. Ну, Бог, понятно, он умнее дьявола. И Бог через это же, через его дьявольское создание выбирает своих чат. То есть вообще шикарно и здорово прям. Вот. А не это ли черта, когда создали интернет? Почему за это люди не говорят? Те же люди, которые это говорят, они полностью... Ну, не то чтобы зомбированы, слово-то такое не очень, но вполне себе оправданное. Оправданное почему? Потому что весь этот интернет, то есть эра искусственного интеллекта, она зомбирует человека. В мире правят сейчас две вещи. Искусственный интеллект и синтетический вирус. Те люди, которые создали вот этот искусственный интеллект, там в течение 15-20 лет он в принципе какие-то результаты показал нужные. То есть, ну, сделал людей такими аморфными. Через этот интернет можно спокойно прожевывать мозги. Если ты посмотришь 150 роликов или 200 роликов кого-то там о том, что Земля плоская, ну, ты вполне себе скажешь потом, да, Земля плоская, и все. Вот. То есть, но синтетический вирус показал себя еще круче. За полгода всех поставил на колени, всех напугал. Теперь, например, мы живем в деревне, едешь где-то там по полю, среди поля, там сидит бабушка, пасет коз, например, бабушка там сидит в маске, в чистом поле. Идет там какой-нибудь мужик там по деревне, там вообще никого нету, глухая деревня, там две бабушки живут, там идет в маске. То есть напугали очень круто, добились своего. Вот. И сегодня вот эти же вот напуганные люди, которые всегда хочется спросить, ты на каких ресурсах сидишь, что ты кушаешь? Потому что ты кушаешь, ну, грубо скажу, да, такие твои и отходы будут. Вот, то есть, если ты сидишь, значит, на там каких-то таких же людях, которые там панику разводят, естественно, ты полностью мозги свои пропитываешь этим, у тебя шары по полтиннику, ты будешь это вещать там кому-то. Правильно это? Нет, конечно. Что несет этот посыл, если ты всем будешь говорить... Там вот все, там конец света, или вот антихрист, все это сейчас там чипизация, вакцинация. Как говорится, доля правды в этом есть, что мы знаем, что есть антихрист, и весь мир катится вот по такой наклонной. Явно мы не идем в гору к лучшему, там, к тысячелетнему царству, как и сектанты говорят. То есть все, тысячелетнее царство, оно вот сейчас идет, лучшего ничего не будет. Мир катится по наклонной, это понятно. И уже все говорят, как бы и бизнесмены, и все, что так, как мы жили раньше, мы больше жить не будем. Поэтому что сейчас нужно? Сейчас нужно быть готовым жить в ногу со временем. То есть в ногу со временем я про что имею в виду? Быть собранным. Быть собранным и смотреть. Зачем мне вот эти вот, если, например, я знаю, да, что вакцинация есть там или будет там она. Соответственно, я должен себе выработать план, как, например, уберечь себя, уберечь семью, детей, самое главное, наше будущее. А не разводить какие-то страшилки там и там, все пропало там. Абсолютно деструктивные разговоры, которые не ведут человека другого, которому говорят, ни к чему. А если еще говорят в массы,
например, живой пример. Это я же обычный человек. Вот мне это сказали. Сразу вот такие вот как бы переживания, эмоции. Все, у меня там, как говорится, на эмоциях энергию слил. На следующий день там уже не то чтобы руки опустились, там сил нету работать. Вопрос, кто вот это разносит, какая цель? Помочь людям? Так а так ли надо помогать? Ты говоришь уже там, например, кто-то там, например, ты несколько лет говоришь и не научился, например, говорить правильно, доносить людям то, что нужно, а просто так вот раскачивать лодку. Некоторые люди очень любят приводить пример Сталина, в сталинское время. Вот Сталин был, когда верхняя пуговичка была застегнута, все были собраны. Пожалуйста, давайте Сталина натянем на это время. Что Сталин делал с паникерами? Все правильно, расстрелять. Все, вот что он с ними делал. Так вопрос, мне сейчас что, паниковать нужно или там еще что-то? Паника еще раздута, конкретно сейчас такое время. До 1 июля осталось некоторое время. В России 1 июля будет значит, голосование в поправку по Конституции. И вот говорят, что вот все, если сейчас примут вот эту поправку, то все там пойдет в тартарары. Ну даже первый вопрос можно задать, а ты сам-то читал эту поправку? Нет, не читал, скорее всего, не читал или мельком. То есть досконально не проработал. Но есть еще такой момент, что зачем мне это досконально прорабатывать, когда, в принципе, все это большая игра, мировая закулиса. Я тоже отдаю какой-то немаленький процент, что вполне возможно, что все это большая игра. Да. И что, может быть, что я там проголосую там за что-то, но все равно уже там все это решено, проголосую, не проголосую. Здесь еще речь о том, что, например, голосуют за поправку-то как? Буквально да, нет, согласен, не согласен. Большой пакет поправок, значит, распечатали там на 64 страницах формата А4. Распечатали вот эти поправки, чтобы почитать их. Вот, то есть в последней редакции все. И, например, там все поправки вроде как нормальные. Ну, там, например, одна-две, да, вот не очень, с которыми бы я не согласен. И получается, вот эта ложка дегтя портит всю бочку меда. Вот, поэтому, ну, как бы уже думаешь сам, что тебе, за что тебе голосовать, да или нет. Тут уже, ну, просто выбирайте, как бы, сами, что ли. Опять же, как ты можешь выбрать, когда ты находишься в такой, там, в смятении, в таком, вот такие люди, там, они, там разносят, все пропало. Да ничего не пропало. Там мы подошли, никакой черте мы не подошли. Неизвестно абсолютно, кто когда будет. Там вот масоны. Масоны это тоже, это не какие-то там космические, я не знаю, инопланетяне или там бесы, у которых там, то есть как бы существа с потустороннего мира с огромными возможностями. Это обычные люди, но возможности у них большие, реально, по сравнению с нами. Если у них там много денег и так далее, там 99% ну, всего в мире, там, ну, богатство, там, ресурсов, не знаю, там, практически все в их владениях. Вот, то есть они являются бенефициарами. Несколько семей в мире, то есть об этом прям говорят люди, говорят там бизнесмены крупные и так далее, которые даже общались там с ними. Вот, и, естественно, ну, как бы понимая это, да, я понимаю, что у них есть четко план, по которому мы идем. Никто не верит, или там, точнее, не то, что никто не верит, а есть люди сомневающиеся, которые там, ой, да план Даллас, это масоны, все это ерунда, там, чтобы мозги запудрить. С одной стороны, ну, можно сказать, ну, да, как бы запудрить, но почему весь мир сейчас идет именно так, как там все расписано? Мы развратим молодежь спортом и модой, вот тебе, пожалуйста, мы разведем бюрократию там, и так далее, там все там. И потом говорит, ну лишь немногие будут догадываться, что происходит, но их мы опорочим, выставим дураками. Ну, в принципе, вот все так происходит, именно так, как они пишут. Не так, как люди там, типа, до этого нету. Теперь вот эта вот чрезмерная конспирология, масоны, там, ложи какие-то, все. Есть люди, 100% есть, которые специально вот эту просто бодягу раздувает, то есть в фильмах там вот это показывается, какие-то ложи, там у них капюшоны, там вот они ходят, какие-то ритуалы. Для чего? Для того, чтобы людей отвлечь от главного, чтобы они думали, чтобы они тряслись. Вот сейчас коронавирус, сейчас там какое-то чипирование, якобы там какие-то глупые ролики показывают. Самое главное, что 100% есть люди, которые верят в интернет. А в интернете и там сейчас такое можно показать. Я приехал кому-нибудь,
ну, какого-нибудь племени туземцев в гости приехал. Они мне там какую-нибудь цепочку повешали. Ну, у них это знак почета для гостя. Меня сфоткали и написали там: Алексей вступил в масонское ложе. Все там, видео какое-нибудь коротенькое показали. Ну и правда, слушай, ну и все, и можно вполне говорить, что я масон. Хотя речь была вообще не про это. То есть интернет переполнен фейками. Ну а как примерно, ну, разбираться-то? Что если, например, у телевизора вообще нету, у тебя нету как бы права выбора, да, вот что тебе показали, то и нет. У интернета есть возможность выбора. Ты можешь одного посмотреть, другого. Но как там ориентироваться-то? Ориентироваться значит так, не просто кормиться или пастись на каком-то одном сайте. Если я буду пастись на сайте там Навального, я буду там думать как Навальный или как Платошкин, например, там за социализм там, или там еще что-то. Значит, я должен как минимум там 5 роликов посмотреть вот такую точку зрения, которая за там чипирование, что оно есть. 5 роликов посмотреть, которые против, потому что говорят, на каких физических законах там жидкий чип там какой-то с вакциной там. А вы знаете, что любой чип можно импульсом там, ну, заглушить, так же как скачок напряжения, раз телевизор у тебя потух, сгорел, все. То есть мир еще не достиг еще такого, это же физика. Это физика. Мир идет к этому, да, но пока еще не достиг, еще много пока чего не изобрели. И самое главное, что, слава богу, все это не без Божьей воли, пока еще живут старое поколение, старые люди, которые все-таки думают умом и противостоят вот этому. То, что там в средствах массовой информации противостоят, там вакцинации, чипированию и так далее. Вот. Они есть. Есть мы, это поколение. Так, теперь вопрос. А когда, значит, наступит то время, когда, например, к приходу Антихриста, Антихристова печать, говорят, что если тебе ее поставил, ты не сможешь перекреститься. Если даже тебе чип куда-то поставили, ну, ты сможешь перекреститься. Вот, спокойно, там, ИНН, там, чип, я не знаю, что, карточка, я крещу, значит, это не Антихристова печать. Скорее всего, это будет именно твое сознание, которое полностью отреклось от Христа, и которое, в принципе, ну, даже не хочет креститься, мне это даже неприятно, я это даже не буду делать. Скорее всего, это будет так, и это не будет как-то тебя заломали, там, тебе, там, такой шприц, там, вогнали, там, какой-то чип. Нет, конечно, это будет добровольно. Вот, так как сделать так, чтобы это было добровольно? Я чуть-чуть могу примерно сказать, привести пример. Значит, нужно добиться, чтобы люди были примерно вот такого плана. Есть у Стивена Спилберга фильм «Первому игроку приготовиться». Интересный фильм про будущее, значит, там тоже 2050 или какой-то 40-й год. Значит, один человек придумал там виртуальную игру, и, собственно, все в этой игре как бы, ну, там, в основном все. У них вот такие шлемы, виртуальная реальность, вот. И они там ищут, значит, создатель игры сделал там приз, спрятал в этой игре. Называется «Пасхальное яйцо». И вот они все там, мы ищем пасхалку. Мы пасхантеры. Хантер – это по-английски охотник. То есть охотник за пасхальным яйцом. Они все это трындят, что мы за пасхалкой, мы пасхантеры, но никто понятия не имеет, что такое слово «пасха». Что такое пасхальное яйцо и почему имя яйцо, и зачем тут слово Пасха, вообще никто понятия не имеет. Так вот, когда придет примерно вот такое время, вот такая вот масса людей, которые они вообще понятия не имеют. Вот тут, в принципе, будет очень легко, значит, прийти Антихристу, там что-то показать, какие-то плюсы, там говорят, будет какие-то чудеса творить, то есть на какой основе, может быть, это будет сверх какой-то уже там техническая возможность, сверх, либо это конкретная дьявольщина, все возможно. Вот я думаю, вот тогда и будет уже совсем, наверное, близко, вот, а не сейчас. Сейчас будут... Что сейчас будет? Там вакцинация, там Билл Гейтс, там... Да, он хозяин мировой вакцины. Потому что вот, ну, почему-то он по этой теме, значит, там вот у него заводы, там все есть. У него есть четкое убеждение, там плохиш он или... Ну, естественно, в любом случае он плохиш, как бы, да, он прям непосредственно говорит, что, чтобы население уменьшить. Вот, и вот они создадут эту вакцину. Он уже вакцинировал кого-то там, кого-то сделал уродами. То есть, ну, прям это показывает, все это есть, да? Вакцинация будет,
Вот, соответственно, нужно как-то ей противостоять. Там, чипирование, ну, в какой-то мере, может быть, какие-то опыты-то есть, они сейчас, они будут дальше продолжаться. Да, типа, как, насколько это удобно, там, и так далее. Вот, ну, чтобы там, вот, там, сегодня-завтра антихрист пришел, если мы будем сейчас голову забивать именно этим, а в Библии говорится, бойся Бога прежде всего, чти его, свети его, вот, а не какого-то антихриста. Так какие же мы христиане-то, да где же наша вера-то? Мы когда забиваем вот этим голову себе, что там, а, там что-то придет, там все, ты получается, ты как бы уходишь от того, чтобы тебе молиться можно было, значит, хорошо, как это сказать, молиться Богу, очищать свой разум, быть готовым к тому, чтобы... приходу Господа ко второму пришествию, если Господь говорит, что его нужно бояться, не там не антихриста какого-то бояться, то есть не надо здесь вот раздувать какие-то, не знаю, панические там, ну, не знаю, настроения, так скажем. Вот. Ты когда эмоционируешь, у тебя тратится на это время, ты смотришь какие-то ролики, один, второй, третий, там кто-то их клепает. Доказательства 100% вообще никакого нету. Вообще никакого нету 100%. Потому что для тех, кто не знает, есть фотошоп, есть в интернете всякие программы тебе. Ну, посмотри, вот художественный фильм. Там и взрывы, там и летают, там и все. А почему мы в это не верим? То есть мы знаем, что это сказка. А те, кто там что-то снимает, какие-то ролики, то есть мы как бы не верим, что это сказка. Ну, 100% доверия нету. Там есть, может быть, какая-то доля правды чего-то. Слушают людей, например, которые там, ну, видные люди в интернете, имя на слуху, значит, что вот они там что-то говорят, люди богатые. Естественно, богатый человек, у него информации, естественно, больше, чем у нас, у крестьян. Потому что он общается с таким же кругом людей. Вот, ну, естественно, они там, у них информации больше. Вот. И этот же человек пишет у себя на странице, значит, он говорит, ну, вот я вот что делаю, в отличие там от безбожников, он себя христианином называет. Вот если я сегодня что-то сказал, что вот будет завтра, а пришло завтра, и это там не сбылось. Ну, вот я пишу, я прошу прощения, там, извините меня, дурака грешного, вот, ну, не сошлось, я был неправ, извините, я вот по чесноку, я как бы нормальный парень, все. То есть, получается, этот человек абсолютно не отвечает за свои слова, то есть, пустомеля, пустослов, не знаю, словоблудием занимается. А другой, например, берет его и приводит нам в пример. Так это вообще неинтересно, ребят. Я каждый день могу что-то прогнозировать, что-то говорить, на следующий день у меня будет не сбываться. Я говорю, ну, ребят, извините, ну вот, знаешь, так глумешь. То есть богатый человек глумится над нищебродами, над там босотой, как он называет, над нами, над крестьянами. А другие еще берут его. Я понимаю, что, может быть, есть какие-то у него мысли, какие-то там где-то что-то, но брать 100% и даже то, что он как бы говорит правильно, ну, я бы в любом случае подверг это анализу. Вот в любом случае. Теперь еще такие речи. А вот все говорят, что вот уже вопрос сразу, кто все? Кто все? Скажи, где ты кормишься, где ты берешь эту информацию? Ну, я беру эту информацию там, вот у этого человека на таком-то канале, вот у этого и вот в такой-то группе ВКонтакте. Так вот, ты так и говоришь, что все люди, которые находятся вот в этих трех группах, например, они все говорят так, а не то, что все, вот, ну, выдавать желаемое за действительное. Да ну нет, конечно, вы что, ребят, совсем все не так. Это говорили там... Во всем мире там у всех народностей 7 дней в неделю, ну это не так, у славян было 9 дней в неделю, говорят тоже. То есть, ну вот одни говорят так, другие говорят так. То есть это как бы речь не, вещь не важная, можно там проверить, заняться изучением. Вот. Но я просто привожу к примеру, что получается, ты когда это слышишь, и те люди, которые, например, обратную сторону говорят, они как бы тоже занимались там славяноведением, и они говорят вот так. Поэтому сейчас информационный век. Очень много информации, которая давит на нас со всех сторон. И если мы вот так вот просто слушая кого-то, считая его там гуру, там, да, в чем-то, хотя этот человек абсолютно, например, может не являться там политиком, там, например, там, еще там каким-то руководителем, предпринимателем, там, менеджментом там высшего звена, то есть каким-то, ну,
успешным человеком, да, у которого что-то в жизни получилось, получается, у которого информации больше. И вот так вот легко поддаваться, ну, там, манипуляциям с их стороны, что-то как бы впитывать в себя, ну, это абсолютно неправильно. Поэтому думайте своей головой, значит, бодрствуйте. А бодрость, значит, заключается в том, что, например, я уже говорил об этом, что, например, вот коронавирус, первая такая проверочка, дальше будет, понятно, плохо, там, с едой и так далее, так... Давайте вот там подумайте о пищевой безопасности, чтобы у вас был запас какой-то на неделю, на месяц, чтобы когда будет совсем плохо, вдруг что-то случится, у тебя была неделя или месяц подумать адекватно, спокойно, чисто, ты знаешь, что у тебя все есть, и ты думаешь, так, ну там совсем что-то плохо наступило, как тебе дальше действовать? Там собирать какую-то котомку, куда-то уходить, землянку рыть и так далее, например, или куда-то переезжать, или там еще что-то. Убегать с квартиры там, или сейчас там подумать спокойно, ага, уезжать на дачу там, или там уезжать в деревню, уезжать к родственникам. Потому что в тот момент, когда это наступит, если у тебя даже покушать ничего не будет, потому что ты привык жить одним днем, вот, ты не сможешь рационально мыслить, эмоции захлестнут, вот как сегодня, сегодня всех захлестывают эмоции, лишь немногие адекватно мыслят и рассуждают не о том, как нам бояться там вакцинации и так далее, а рассуждают о том, подумайте, как ты конкретно мужик, например, глава семьи, как вот ты подумай, как ты в новых условиях сейчас будешь кормить семью. У тебя была старая работа, тебя уволили, все. Не сиди сейчас руки сложа, не ждите ничего от государства. Подумай, как ты будешь сейчас жить в новых реалиях. Ты предприниматель, где ты будешь, кому ты будешь продавать свой товар. Старых уже у тебя клиентов нету, которые покупали раньше. То есть старой жизни уже не будет, все. Все повернуло в новое русло. Поэтому... Также надо двигаться, надо не сидеть, ничего-то ждать там. И нам, христианам, в первую очередь, конечно, молиться за мир, молиться за то, чтобы Господь не дал сбыться планам мирового правительства. Мы знаем, что оно есть, вот, то есть глобалисты там и так далее, масоны, которые, над которыми стоят сионисты, и которые все-таки готовят приход Антихриста. То есть они его и приготовят в итоге, что все подведется к тому, что придет Антихрист. Вот. И сказать, что это будет завтра, нет, все это, от кого это все зависит? Все это зависит от Бога. Дух Святой нас охраняет, и если мы сами, каждый сам себя первый начнет, не заразу какую-то разносить паническую, вот, а наоборот, людей увещевать, людей взбадривать, значит, воодушевлять, не скисать сейчас в это время, не паниковать, а наоборот, молитесь, будьте тверды, будьте... храбры, значит, приход Антихриста будет, он еще не скоро, и мы должны вот это время сейчас прожить спокойно, трезво, отдавая себе отчет в том, что мы делаем. Вот это правильный, рациональный такой подход. Мы не боимся, мы живем, молимся Богу. Вот, собственно, это главный посыл сегодняшней ситуации. Посмотреть можно, я говорю, ну хочешь посмотри там, если тебе это, ну там какие-то ролики, там кто-то что-то говорит, там можно, но если ты делаешь, я говорю еще раз, смотришь одну точку зрения, обязательно посмотри другую, потому что нельзя сегодня смотреть однополярно или там в одну только сторону, потому что информации много, и вот так вот разобраться в ней, ну, во-первых, на это надо время, вот, и не поддаваться, я говорю, что, ну, если типа тебе самому некогда думать, то ты там. И люди-то, которые вот так вот говорят, что там всю эту панику разводят, в массы кинули эту панику, масса уже не может думать, и, естественно, она смотрит на этого человека как на гуру. Они уже сами ничего не думают адекватно. Скажи нам, что нам делать, как нам дальше быть, и все, а он уже там шпарит от себя там, так это, не так, абсолютно не разбираясь в жизни, там, в многих вещах, там, уже, как говорится, ну, от себя. Вот, поэтому... Берегите себя, молитесь, просите у Бога веры и смелости и храбрости. Так же, как Господь сказал Иисусу Навину, будь смел и храбр. Вот, и он сам просил у Бога, и народ ему сказал. То есть Иисус Навин, это после Моисея, повел народ. Не упорство какое-то, там, не еще там какое-то, а вот будьте смелы, оставайтесь с Богом. И до новых встреч в новом видео. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк,
делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.